В Казани расположена одна из колоний строгого режима номер 19 для содержания лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, а также при особом опасном рецидиве. Это закрытый от посторонних глаз мир, который живет по своему распорядку. Исправительная колония – настоящая крепость. Чтобы войти на территорию, нужно пройти сложную процедуру. Гостей тщательно проверяют на наличие запрещенных предметов – это деньги, оружие, наркотики, средства связи и так далее. Основная обязанность осужденных ИК номер 19 – это работа. Колония во многом обеспечивает себя сама благодаря подсобному хозяйству. Продукцию производит как для себя, так и для предприятий и сотрудников различных учреждений. Стоит отметить, что на данный момент исправительная колония номер 19 начала заниматься и производством плетеной мебели из ротанга. Осужденные, что занимаются по плетению мебели. Это новая продукция. Плетем около 2 месяцев. Личное время, которое есть у осужденных, можно потратить по-разному. В колонии работает библиотека, клуб, где играет местная группа ВИА, тренажерный зал. В здании клуба у нас находится непосредственно сам клуб. Это помещение, где проходят культурно-массовые мероприятия. Также находится студия видеозаписи и кабельного телевидения. Находится библиотека учреждения, в которую осужденные приходят взять книги для личного чтения, для самообразования. Также у нас находится небольшой живой уголок. Это очень способствует расслаблению осужденных перед, допустим, воспитательной работой. Самым удивительным показалось то, что у осужденных есть своя мини-телестудия, в которой делаются новости. Новости даются непосредственно здесь, в телестудии, телевидении. Содержание новостей – это различные мероприятия культурно-массового характера, которые проводятся здесь, в исправительном учреждении. Они транслируются по местному телеканалу 2 раза в неделю. То есть происходит, транслируются новости будней и новости выходных дней. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.